Патриаршества Российской Церкви Господина нашего Высокопреосвященнейшего Митрополита Иоанна, Патриарха Русской Православной Зарубежной Церкви, да помилует Господь Бог во Царстве, Сам всегда на Непринце, во веки веков. Митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический монастырский чин, да помилует Господь Бог во Царстве Своем, всегда на Непринце, во веки веков. И вас всех здесь предстоящих и молящихся, и всех заповедавших нам недостойным, молитесь о них. Да помилует Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне пресно и во веки веков. Света от Бога, истина от Бога, истина.
сотворено едино сущностью же все выше. Нас ради человека нашего ради спасения шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы во человечество. Распято Божие за мы при Понтисе Пилате, и страдавшее, и погребенное, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сиящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить и живым и мертвым, Его же царствием не будет конца. И в Духа Святаго Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном соклоняемой славим оглаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добрее, станем со страхом, вон мем святое возношение в мире приносите. Причастие Святаго Духа будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Имеем сердца. И молы по Господу. Благодарим Господа. Твои.
изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословении, славной Владычице нашей Богородицы, Преснодеве Марии. Достойно и всякого истину, блажите тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, Ты, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Рочую, сущую Богородицу, Тя величаем. Первый помяни, Господи, православный епископ Российской Церкви, Господин нашего Высокопреосвященнического, Господин Богородицы, Богородицы, Святым Тим Церквам, Вилли, Целый Честный, Правый, Долгодействующий, Право, Правительный, Слово Твоя истины. Я
Яко Твоей Царство, Сила и Слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Сына и Святаго Духа. Аминь. В 81-й беседе святителя Иоанна Златоуста на книгу «Бытия» он говорит там о предпочтении. Со страхом Божиим и верою приступите. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь и обещано. Верую, Господи, исповедую, как истинно воистину Христос, Сын Бога, живаго, пречедый мир грешный, спасти от них же первый измазающий. Верую, как сей самое пречистое тело и самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй меня, прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, за словом я же делом, и за ведение и неведение. Исподоби меня суждено причаститься святых Твоих таинств, оставление грехов моих и извечно. Аминь. Вечере Твоей тайной, Сыне Божий, причастие ко мне прими, небо врагом Твоим тайну поверь, мне лобзание Тебе дам, я Иуда, ну-ка разбойника исповедую Тебя, помилуй меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение, причистое тайное, новое исцеление души и тела. Аминь. Причистится тело и кровь Господа Бога спаса, она причащается, открывается Варвара. Господи, 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 Господи
Великом святыми, приятным Духа Небесного, обретоком веру истинную, нераздельной Троице поклоняйся, так она спасла. Всегда, ныне пресно и во веки веков. Спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твое, сохрани, святи любящие боголепие дому Твоего. Ты тех, кто спасай божественных сил, не остави нас уповающих на Тя. Мир, мир, и этому дару церковь Твоим священникам, и все людям Твоим, яко всякое да не благо и всегда совершен свыше, исходя от Тебя, со света Тебе славы и благодарение, и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Придите, чада, послушайте меня, страх
страху Господню научу вас. Кто из человек хотя живет, любви не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои еженеглаголы все. Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни на праведные, и уши Его молитвы их, лице же Господне на творящие злая, еже потребите от земли память их. Вас, ваше праведнее, Господь услышай, и от всех скорбей их избави. Близ Господь с окрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости, ни един от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодатью и человека любим, всегда ныне пресно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносцев, отец наших, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина города Златоустого, святых праведных Богу Отец Акимана и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сегодня мы слышали наше воскресное евангельское чтение, Евангелие от Луки, 16 глава, о богаче и Лазаре.